Впервые в честь призывников-новобранцев сегодня прошел парад солдат воинских частей. Торжественное шествие прошло на главном проспекте города у Стелы Независимости. Подробнее в материале Аймторы Абдиной. Эти призывники скоро разъедутся по воинским частям страны. А перед выездом для них стройными рядами проходят в парадном марше солдаты. В глазах будущих защитников Родины блеск и белая зависть. Очень хорошо, сами хотим тоже очень служить. Когда-то тоже выступать на этих парадах, думаем, надеемся, что получится. Напутствуют новобранцев в армейскую жизнь ветераны Великой Отечественной войны, чиновники и офицеры вооруженных сил. Я прошу вас отслужить свой долг за Родину. И чтоб все благополучно вернулись домой. В отличие от прошлых лет, в последние годы желающих ребят отслужить в рядах вооруженных сил из года в год растет. Эта динамика обусловлена необходимостью в наличии военного билета и долга перед Родиной. Аймтора Абдина, Жанайдар Рахимжанов, Равиль Валеев, 5 канал.